Привет всем! Я давно мечтала побывать в Диснейленде, и сегодня у меня выпала такая возможность. Я побываю в костюмерных всех принцесс. Сейчас я нахожусь в гостях у Минни Мауса. Ну что ж, оденусь как она, чтобы побывать в ее роли. О, какой замечательный красный бантик! Но этот подходит больше для моей роли. Туфли я выберу черные с красными бантиками. Теперь я побываю в гостях у Эльзы. Вау, какие наряды! Это же платье Эльзы! А этот наряд как у Рапунцель. Заплету косу, как у настоящей Эльзы. В этом наряде я на ней очень похожа. Сейчас еще одену украшение и буду точно ее копия. Нужно обувь подобрать под цвет платья. Вот эти туфли будут в самый раз. Ну что, не будем здесь задерживаться и будем двигаться дальше. Ведь интересно посмотреть, что ожидает нас еще. О, да это же костюмерная пиратских фей. Какие интересные у них костюмы. Нужно их попримерять, раз выпала такая возможность. Одену-ка я вот этот. А из причесок мне нравится вот это. О, да здесь есть и шпаги, и волшебные палочки. Чего здесь только не найдешь. А эти туфли точно подходят к этому костюму. Ух ты, крылышки! Прямо настоящее волшебство! И какие все они разные, можно выбирать любые. Какие душа пожелает. У меня море впечатлений, и на память о моем путешествии есть куча фотографий.